Друзья, всем привет! Вы смотрите канал Новости Спорта. Спортивный арбитражный суд в Лозанне, КАС, сократил срок дисквалификации российской теннисистки Марии Шараповой, уличенной в употреблении мельдония. Спортивный арбитражный суд сократил срок дисквалификации россиянки за мельдоний с 24 до 15 месяцев. Таким образом, Мария сможет вернуться на корт на 9 месяцев раньше. Из-за дисквалификации россиянка пропустила в 2016 году три турнира серии «Большого шлема», такие как открытый чемпионат Франции, открытый чемпионат США, US Open, и уимблдонский турнир, а также пропустила Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. КАС в своем постановлении отметил, что Мария Шарапова не допустила серьезных нарушений, а также признал, что Всемирное антидопинговое агентство ВАДА, Международная федерация тенниса и Женская теннисная ассоциация не смогли своевременно уведомить россиянку об изменении статуса мельдония, который был обнаружен в пробе, взятой во время открытого чемпионата Австралии у Марии. Таким образом, Мария сможет выйти на корт уже 26 апреля 2017 года и имеет шансы выступить на открытом чемпионате Франции. На этом все. Если видео вам было полезным, было интересным, понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!